Иван Борисов. Дневник диджея. Путь от первого трека до идеального сета. Глава вторая. Подожди, это же группа Кармен, ведь так? Начало, как у Кармен, но что-то не то. Ты где это взял? Андрей был действительно удивлен. Сам сделал. Теперь звучит как техно, да? Витя гордился своей работой. Неожиданно и танцевально. Круто, Витек. А как ты так сделал? Да все просто. Вырезал слова из песни и записал на картошечный магнитофон. Потом наложил ритм из Колиной кассеты с группы Технотроник и пальцем замедлил немного. В конце записал все на Колин магнитофон и готово. Кармен играют техно. Правда, пришлось тайком перепаять провод у Коли, чтобы подключить катушечный магнитофон. Вот за это мне, наверное, и круто влетит. Андрей стоял с открытым ртом, переваривая сказанное. Витьке же 12 лет. Его музыкальное месиво звучало почти без перебивок и пауз. Андрей уж точно бы до этого не додумался. Конечно, Виктору досталось и за перепаянный провод, и за бобинный магнитофон, и за стертую часть песни Владимира Высоцкого на катушке. Но это не омрачило радости от того, что у него получился техно-ремикс на «Кармен». И ремиксы повторялись под страхом быть снова наказанным. Это уже было невозможно остановить. С каждым разом работы становились все лучше и лучше, благо материала хватало. Родители давали иногда деньги на новые кассеты. Спустя год импровизированная студия Виктора пополнилась музыкальным центром и CD-плеером. Как только появлялись деньги, Витя с жадностью скупал лазерные диски различных исполнителей. Однажды ему в руки попался компакт-диск со свежим материалом под названием «Our Day». Это была веселая хаос-музыка от DJ Khaled. Альбом из 13 треков был красиво сведен в гладкий микс, а дорожки на диске не имели пробелов между собой. Виктор наслаждался прекрасным голосом диджей Коллект на первой дорожке, ведь для него было в диковинку слушать девушку-диджея. Он так увлекся прослушиванием, что не заметил, как начался второй трек. Когда он увидел на дисплее цифру 2, он удивился. Виктор снова запустил первый трек. Через минуту он нажал кнопку под цифрой 2 и загрузился второй трек. Первые 30 секунд играли остатки первого трека и начало второго. Это произвело на Виктора сильное впечатление. Те же действия он проделал и с остальными треками. До этого момента он слушал отдельные композиции из альбомов и сборников, а здесь треки сведены в микс, причем так гладко, что Витя не сразу заметил переход. Весь вечер и половину ночи диск играл на повторе. Слушая эту музыку, Виктор стал разбираться в методе сведения музыки. Ударные партии двух композиций у диджея совпадали с поразительной точностью, значит, темп каждого трека одинаковый. И тональность. Композиции идеально подходили друг к другу, хотя это не монотонная техно, а довольно мелодичные композиции. При сведении Коллет использует эквалайзер. Басовая линия следующего трека полностью вырезается. При синхронной игре обеих композиций басовая линия играющего трека как бы перебрасывается на следующий. Очень круто для девушки-диджея. Виктор восхищался все больше и больше. В один прекрасный день к нему подошел мальчик из параллельного класса, с кем они не очень крепко, но все же дружили и иногда играли вместе в PlayStation. Денис был игроманом и любил гоночные симуляторы Need for Speed. «Привет, Витек! Зайдешь ко мне после уроков? Мне игру подарили, а я никак не разберусь, как там играть». «Хорошо, зайду», – согласился Виктор. Мальчишки сначала поиграли в гоночные симуляторы. Это была традиция, ее нельзя было нарушать. Видеоприставка была подключена к большому телевизору и качественной хай-фай аппаратуре. Звук был просто шикарным. «Ты говорил про новую игру?» – напомнил Виктор, откладывая джойстик в сторону. «Ах, да, вот она», – неохотно ответил Денис. Он поднялся и открыл дверцу тумбы под телевизором. Виктор взял из его рук компакт-диск с бело-синим оформлением. Оказалось, это музыкальный редактор Music 2000, который работает в двух режимах. Первый режим называется Jam. Он предполагал создание танцевальной музыки вживую, задавая каждой клавише джойстика отдельный сэмпл. Похоже на работу современных MIDI-контроллеров. Выбираешь набор сэмплов и запускаешь их по очереди. В процессе игры можно убирать часть сэмплов и вставлять другие, например, со второго джойстика. Второй режим программы представлен в виде многодорожечного сэмплера. Здесь уже открываются более широкие возможности для творчества. Сэмплы можно выбирать уже по своему вкусу и выстраивать словно кирпичики на поле в любой последовательности. В игру также встроен простой синтезатор и примитивная драм-машина.
Виктор был в восторге от этой программы. Это же мечта. И больше всего ему понравилась возможность записывать проект на карту памяти и в дальнейшем возвращаться к ним для доработки. Он сочинял музыку почти каждый вечер. Денис так и не освоил эту программу, ему больше по душе были гонки. Витя оттачивал свое мастерство все тоньше и тоньше. Он работал над одним проектом, который задумал после знакомства с программой. Его раздражало, когда Денис, пробуя сочинять музыку, не соблюдал ритмический рисунок, не к месту вставлял переходы и портил мелодию непонятными звуками. Было видно сразу, что не дано ему. Через несколько лет Денис будет отлично разбираться в автомобилях и откроет свой собственный автосалон по продаже поддержанных иномарок. Каждому свое. Через некоторое время Денис был вынужден переехать в столицу, и Виктору ничего не оставалось сделать, как завершить трек, над которым он работал уже целый месяц. Он был в стиле Deep House и назвал его Витя In the Light of Night Moon. Именно такие слова звучат в том вокальном сэмпле, который понравился Виктору. Денису тоже очень понравился трек, и он записал его на две аудиокассеты себе и другу. Само собой, сэмплы были не самого лучшего качества и на продажу такую музыку не отправишь, но это был первый и удачный опыт создания электронной музыки. К сожалению, после ремонта в квартире Виктора кассета с треком куда-то затерялась, а Денис уже уехал. В один вечер Виктор устал от музыки с дисков и включил радио, которое стояло на кухне. Мама мальчика всегда слушает радиостанцию с ретро-музыкой. Виктор перестроил приемник на другую волну. Обычная музыкальная радиостанция, перемешивающая популярную музыку с рекламными блоками и джинглами. Парень посмотрел на дисплей. 21:52. Ладно, послушаю до 10 и пойду спать, подумал Витя и уселся в кресло. Веки стали тяжелеть, а тело расслабляться. Сон постепенно накрывал подростка. Вдруг из динамик вырвались звуки музыкальной заставки. Виктор вздрогнул и открыл глаза. Диджей заговорил бодро. Дорогие радиослушатели, у нас прямое включение из Санкт-Петербурга, где проходит невероятное событие года – фестиваль электронной музыки Mayday. Напомним, что хедлайнеры мероприятия Вестам, Мороу Пикота, Фрэнк Мало, Бершема. От России выступают Игорь Вдовин, Компас Врубель, Миха Ворон и другие. Ночь обещает быть очень жаркой. Несмотря на то, что фестиваль идет уже третий час, люди продолжают подходить. По предварительным подсчетам здесь уже около 10 тысяч человек. Сон убежал от Виктора в диком ужасе. Парень не верил своим ушам. Прямо сейчас он, можно сказать, участвует в фестивале электронной музыки. Он забыл, что находится в Московской области, сидит в кресле и слушает радио. Витя был там, в северной столице, в спортивном комплексе «Юбилейный», на грандиозном событии. Он уже представил вечернюю прохладу на своем лице, огромную толпу рейверов. Прожекторы бегают по ночному небу, время от времени освещая репортерские вертолеты. Такое событие обязательно будут транслировать на всех каналах. Виктор было вскочил с желанием рвануть в зал и включить телевизор, но быстро вспомнил, что там сейчас спит Николай. Он снова расположился в кресле. Вдруг ему в голову пришла отличная идея. Он поднялся и тихонько прошел в комнату, где спал Андрей и должен был спать он. Еле слышно он выдвинул ящик стола и достал оттуда наушники, и также тихо вернулся на кухню. Теперь создается впечатление полного присутствия. Он был там. Артисты играли просто потрясающую музыку. Виктор никогда подобное не слышал. И что ему больше всего нравилось, что звук шел не с аппаратуры мероприятия, а с микрофона, который был установлен, по всей видимости, на каком-то фургоне возле сцены. Это еще больше погружало Витю в атмосферу фестиваля. Подросток со страшной жадностью поглощал грув и мелодию. Он вслушался в каждое слово, которое говорил диджей радиостанции и артисты, у которых он брал интервью. Каждый артист играл по-своему. Кто-то сводил эквалайзингом, другие накладывали ритм на брейкдауны, и все это звучало очень круто. Виктор не знал все эти диджейские термины, но умел их различать. Он не заметил, как за окнами стало светать. Эта ночь стала для подростка решающей. Он твердо решил, что хочет стать диджеем. Писать собственную музыку – это потрясающий опыт и непередаваемое ощущение. Он понял это, играя в видеоприставку. Но Виктору больше хотелось держать публику в ритме, дарить им хорошую музыку, которую сам любил. Это ближе ему, по душе. Именно ради этого он живет. Вскоре парень поймет это.
На следующий день, поздно вечером, Виктор снова включил радио на кухне. В 22.00 началось обычное для радиостанции, но необычное для мальчика клубное радиошоу с Олегом Суховым «Гараж». Там звучала актуальная электроника, нестареющая классика и обсуждались последние новости. Само собой, диджей не обошел вниманием вчерашний фестиваль. И во второй половине двухчасового радиошоу был запущен диджеем Шмелем часовой микс. В полночь Виктор пошел в свою комнату готовиться ко сну. Вдруг его взгляд упал на CD-плеер, который лежал рядом с музыкальным центром. Затем взгляд перешел на разъем для микрофона. Потом он посмотрел на стол, где стояли кассеты с его ремиксами, записанные с использованием бобинного магнитофона. «А почему бы и нет?» промелькнуло в голове подростка. Виктор поставил в деку чистую аудиокассету. На лоток музыкального центра он поставил компакт-диск с музыкой популярного диджея по имени Карл Кокс. В плеер он загрузил диск с первым студийным альбомом Just a Little More Love артиста по имени Дэвид Гетта. Плеер он подключил в разъем для микрофона. Далее выбрал композицию с похожим темпом. Когда первый трек на музыкальном центре заиграл, он нажал кнопку записи на деке с кассетой. За минуту до окончания песни Витя в такт запустил дорожку на плеере и плавно повернул ручку уровня записи рядом с разъемом для микрофона. Получился эффект почти плавного сведения. Было легкое несовпадение в треках, но это не остановило юного диджея. Теперь этот же процесс он проделал в обратном порядке. И все это записывалось на аудиокассету. Снова ночь без сна. Парень проделал это каждый вечер, пока сон не одолевал его. Сначала он слушал клубное радиошоу и учился сведению треков у профессиональных диджеев, а потом садился за работу. Виктор оттачивал свое мастерство все тоньше и тоньше. Однажды у него возникла блестящая идея. Он взял кассетный плеер у Андрея. На этом плеере он запускал более быстрый по темпу трек и, прижимая крышку пальцем, искусственно замедлял механизм до нужного темпа и сводил с предыдущей композиции на музыкальном центре. В итоге кассетный плеер брата был сломан. Пришлось отдать ему свой дисковый плеер. Что же делать? Отец отдал кому-то свой бобинный магнитофон, а Николай строго запретил прикасаться к его аппаратуре. Но на небесах не позволили оставить диджея без вертушек. В один прекрасный вечер отец принес домой странный пластмассовый ящик черного цвета. Все собрались в зале вокруг стола. Отец открыл крышку, и все увидели проигрыватель для виниловых пластинок. А крышка оказалась колонкой. Николай принес пластинку с альбомом Мадонны. Монозвучание заполнило всю комнату. Николай сморщился и попросил выключить аппарат. «Не надо портить мою Мадонну!» – воскликнул он и забрал диск. Николай прошел к окну и поставил пластинку на свой проигрыватель. Стереозвук ласкал уши всех, кто находился в квартире. «Вот как должна звучать Мадонна», – сказал Николай. «И не поспоришь, звук действительно был качественным и чистым». «А это я не тебе принес, это для Витьки с Андрюшкой, забирайте, ребятки», – обратился отец к двойняшкам. «Да нет, не надо мне», – отказался Андрей. «О, а я возьму его, спасибо, мне нужен проигрыватель». Виктор взял аппарат и пошел в свою комнату. Он поставил его рядом с музыкальным центром и уставился на него. «А что играть? Ведь пластинок у него не было. Коля не даст ему ни одной». Отец подошел к Николаю и уговорил его отдать несколько дисков, которые он не слушал. Витя был счастлив. Но потом маска радости сменилась на растерянность. Он не мог понять, как соединить его с музыкальным центром. Ведь разъем на проигрывателе был старого образца на 5 пин. И все же поздно вечером, по методу великого тыка, Виктор при помощи паяльника сконнектил аппараты между собой. Желание диджействовать взяло вверх. И однажды случилось невероятное чудо. Виктор впервые в жизни потрогал музыку рукой. Он мог ускорять композицию, замедлять ее, приостанавливать и снова запускать в любой момент. А чтобы проигрыватель не сломался, он попросил у мамы сделать ему какой-нибудь коврик на диск проигрывателя. Таким образом, он мог останавливать только винил, а диск под ним продолжал вращаться. Вот так, не зная того, он сделал для себя слип-мат. Но не в этом заключается чудо. Виктор влюбился в винил. Ведь по сути, это единственный на тот момент музыкальный формат, которым можно было трогать рукой. Теперь он не только видел музыку, он трогал ее. Пусть это и не была электронная музыка, в основном это была эстрадная музыка 80-х. Не в музыке дело, а в формате. Виктору нравилось управлять музыкой в реальном времени. Это не были ремиксы, которые записывались, можно сказать, в студийных условиях. И это не было создание нового трека в многодорожечном редакторе. Ведь и в реальном времени задавал темпы и настроение микса. Он представлял, как играет сет перед публикой. Это непередаваемо.